Окей, я в эфире. Вперед и вверх! Ну, надеюсь, не зря. Вот так. Ха-ха! Господи, моя спина. Мне вообще ничего не показывает. Мне кажется, там я может на быть что-то интересное. А может быть и ни хрена. Какая погода? Ну, влажность высокая. В Панаме похуже. Ну да, все относительно. Все, поболтали? О, смотрите, как он перепрыгнул. А Салли такой типа... О, помоем машину. Она помоется? Эти, сюда, сюда, сюда. О, окно помылось. Она помылась, ребята. Здесь можно мыть машины. В водопаде. Я в водопаде мою машину Дрейка. Охренеть. Смотрите, там даже работают вот эти штуки. Я не знаю, как они называются. С пружинками. Офигеть. Мы сюда... Фу, комар. Фу, фу, фу. И там комары. Или нам не сюда? А если мы сюда залезем? Лучший симулятор мытья машин. Глядите, следы шин. Кто-то здесь был. Господи, маленькие мерзкие штучки. Эй, посмотрите на холм. Там какая-то башня. Это радует. Как они трясутся, миленько. Подвеска точно. А о чем вы там в прокате спорили? О, твой брат настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Он так явно запал на тачку, что цена удвоилась. Она все равно бы удвоилась. А я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Спорим, пригодится. Скажи, когда можно открыть глаза. Мне нравится их пугать, они классные. Окей. А, вон вижу. Так, держитесь. Извините. Блин, офигеть, офигеть, офигеть! Так, аккуратненько, пык. И погнали дальше. Окей. Видите, как говна налепила на заднее колесо? Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает.
Ради сохранности. Их же преследовали англичане. Ну да, может, Эвери помог им исчезнуть? Он уж точно умел прятать ценности. О, Зиза. Еще раз, по-моему. И вперед. Ой. Нет. Отчаянная попытка. А если с разгона? Хотя, мне кажется, не получится. Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да, ее точно построили во времена Эвери. Блин, комары кусают. Сэм, сейчас смотри. Рисовать будет. Это знак Кристофера Кондента, капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы рисует. Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Вперед за блестяшками. Блестяшки, нам нужны блестяшки. Скажи ты мне, речка. Скажи мне, рябина. За что я блестяшки полюбила? Кора содрана. К дереву что-то приматывали. А вот нам... О, давайте по грязи. Вау, вау, и плюх в воду. А ты вот... Ты знаешь, в машине есть лебедка. Серьезно? Я не знал. Что будешь делать? Еще не придумал. Как еще не придумал? Там же дерево. Ух ты, переложил из руки в руку. Кайф. Все, кончилось? Кончилось? Давай еще один раз. Давай еще один раз. Давай, 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 давай. Давай. Зараза. Вот так. В самый раз. Уау! Похоже, было весело. Блин. Он реально комментирует мои разные движения, которые я могла бы даже и не делать. Поехали. Спокойно. Спокойно. Ха-ха! Видишь, Салли? Лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока она себя не окупила. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Ой. Полюбуйтесь, джентльмены. О, потрясающе. Только представьте, вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. Обед.
местные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет-нет, они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Сюда я не смогу на это забраться. Ой, совсем прыгать разучился. Куда ты едешь? Куда ты катишься? Я просто развлекаюсь. А вот и куча камней, которые я искала. Знаешь, похоже, были на кошку. Старался, камни складывал. Ждите здесь. Пока. Поехали. Прям по алоэ. Опа, чирик. А туда можно пройти? Побегу, осмотрюсь. Что там? Что бы это ни было. Как минимум блестяшка. Погнали. А это ничего не считается плохой приметой? Да вроде нет, но это грубо. Ну ты полюбуйся. Черт, стой, стой! Вижу их. Дай-ка. Какие шикарные часики. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Ну а что вы думали? Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Че, хочешь всех их давить? Или как? О, как ноги-то затекли, а? Дождь пошел, нашел очередную блестяшку и молчит. Ой, они меня спалили. Хм.
Пожалуй, припаркуйся где-нибудь здесь. Ровно тут вот. Плохо у меня с парковкой. Так. Я думаю, надо по-тихому наверх залезть. По-тихому сказала. Ладно, сейчас умру. И начнется веселье. Это было сложно. Зато у меня теперь есть снайперка. Может быть, не проходить стелсом и застрелить их всех? Внимание.
Как его отвлечь? Он же палит. Ну что там? Ты меня слышишь? Пойду-ка я сохраню здесь, если можно. Как отвлечь выстрел? Ну тогда отвлекутся и другие. А это не очень хорошо. Я не молчу, у меня трагедия. Давай. А то спалит. Ну и чё ты не скрытую атаку не проводишь? О, привет, Самерикан. РПГ это хорошо. Или точнее гранатомет. А нет РПГ. Трушный РПГ. Ну все, я думаю, теперь можно развлекаться. Красиво. Он наверху. Ну что, повеселимся? Ага. Подкрепление. Блин. Неплохо. Ну все, патроны кончились. Валим. Как они добросили, ребят? Это ж ненормально. Итак. А гранатомет. Кого будем радовать? Ой, блин, а он уже сдох. Так, вроде все. Зараза. Рейфен один пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Блин, Кузьмич без рав... Чё? А Кузьмич где? Нет, с интернетом у меня все нормально, на самом деле.
Что ты делаешь? Окей. Окей. Ладно. Пятнадцать минут назад подкаст закончил монтировать, когда... Ой! Ай, раз в неделю поработаешь? А все остальное время играешь? Че, мы не видим, что ли, по стримам-то, а? Можно было на самом деле вот так вот по-тихому пройти. Похоже, мост ведет к тропе. Тут на самом деле вот в этом месте лихо дергает. Как он вообще с руками еще остался? Так, ну как ты играл? Здесь есть блестяшки? Ой, вроде нет. Или все-таки есть? Тут так много... Ух ты, закрытые двери с динамитом. Надин не отказалась от применения взрывчатки. Вряд ли... Вау! Вот это прилетело в лицо. И все? Ради чего? Ага, что-то смотри, можно зарисовать. Еще один знак. Адам Болдридж. Одно время управлял Кингсбэем. Блестяшка-то только, не Нелька. В общем, негодяй. А Дрейк рисует, смотрите. Милота. Фирма, куча книг. Не зря все-таки сюда пошла. А, ну то есть можно было нормально. Типа так. Ну кто ж у нас идет простым путем? Амика, ты откуда? Я из Уфы. Какие-то. О, это пистолет-пулемет. Нет, пожалуй, вернуть. И никогда больше. Из твоих снов. Сумерикон, как ты много знаешь о чужих снах. А знаете, что я сделаю? Я вернусь к машине. Именно вот так вот. Сорян. Я зеваю на ваши комменты. Эх, на мои стримы Кузьмич не приходит. Приходит, отработал-то? Хороший подкаст будет.
Блестяшки вроде нет, да? Да не выходить. Пока покатаемся. Я думаю, если мы тут свалимся... Хм, хотя какая-то подозрительная штука, как будто по ней можно спуститься. Нет, это только видимость. Адовый, это хорошо или плохо? Что у вас за тема вообще была? А, у вас же графические новеллы. Ой, наверняка вы там много пошло шутили. Знаю вас, извращенцев старых. Господи, инфраструктура у этих пиратов ни к черту. И как выбираться? На две не хватит. А вот так, значит, хватает, да? Уф. Игровые условности. Фига он лазит. Лебедка, Салли. Полезная штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. А можно угнать чужую тачку? Кто напомнил карлика? Этого карлика Малец. Звали на букву С. По-моему, что-то типа Сальватор. Сальвадор? Салли, что-то такое. Как хорошо ты знаешь Надин. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да, как же. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Так что у Рэйфа преимущество. Интересно, у тебя ассоциации. И чё, я лезла? Ради блестяшки, конечно же. Интересно, на том доме были ли блестяшки? Нет, вроде пока все собрала по очереди. Ой, через задний Ладно, тоже можно поехали. Зайти. Офигеть. Виктор, что ты говорил? Нет, она так не работает. О, прикольно. Наемников, кто берет деньги вперед. Так что у Рейфа при... Вот, типа, извини, я отходил... Можешь повторить еще раз? Офигеть. Мне очень нравится, как в Uncharted завезли мелочей. То есть раньше они были, но какие-то, ну так. А сейчас прям очень много такого, что... Очень много разговоров. Смотри. Наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я Привет, Уфимка. Уфимка, это речка. Они уже нашли сокровища. Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Поняла. Да, ты прав. Что за клип? Эй, Сэм, хочу тебя спросить. Чем ты занимался в тюрьме? Мыло поднимал. Знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал? Ну, историю в основном. Особенно то, что связано с Севери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Нинель Речка. Я читал, отжимался, курил. Старался не лезть в разборки между бандами. И еще много думал.
В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался. Просил его отправить тебе письмо. Два требования. Я его не получил. Потому что начальник засек. Да, я круто спалился. И того охранника уже больше не видел. Господи. Но отомстил, когда начальник решил посадить меня с Алькасаром. Все вышло не так, как он ожидал. Я, кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Алькасаром. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились сёгуны. От прыжков подвеска. Или как-то... От чего? От прыжков машина опускается. Может взорваться в любую секунду. Нет, да? Я хотела залезть, рассмотреть там что-нибудь. Кто-то говорил, Салли. Ну да, точно. Ну вот. Тихий, но напряженный. Словно может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит: эй, штурман, разворот. А пират ему в ответ: разворот, яйцеворот. Мне нравится. Это... Сейчас высаду. Отсылка к... Разворот... Как это на... Русском-то без мата сказать. Так, ну нам... Ладно, я хотела просто посмотреть, есть ли какие-нибудь блестяшки, статуи, вот. Поехали обратно. Извиняюсь. Возможно, это было слишком громко. Но, вы же знаете, невозможно удержаться. Может, в этой старой развалине посмотреть? Ну, это... Блин. Поезд, шмоезд. Ну, когда... Слишком высоко. Добавляйте частичку. Так. Чё, вылезли-то? Садись обратно. А машина на что? Просто спрашиваю. Так, чувак, мне нужно на неё залезть, а не перелезть. Уф. Вот ты мне не нравишься сейчас. Что ты прыгаешь, как козочка? Окей. А если боком встать? Ты тоже будешь прискакивать? Отлично. О, бочка. Ее можно было взорвать. Палево. Ух ты, какой он клёвый. И всё ради бутылки.
Да-да, термин куэрмин, да. Редупликация. Офигеть. Восхитительно. Никогда не думала, что эти матершинные шуточки можно как-нибудь объяснить по-заумному. Что мне с ним делать? Из пистолета лучше убиваем. Машину, по-моему, заодно. Это что, колодец? О, колодец! Темно, мокро, но зато грязно. Салли, это твоя шутка. Да, зато чувство юмора есть. Да, в любую дырку залезем. Что у нас тут? Ты хочешь ссылку кинуть? Сейчас дам тебе мода. Ух ты, с пиратами шутки плохи. Окей, пиратов убили. Ой, пиратов говорю. Пираты убили этих охотников за головами. Так ты хотел ссылку кинуть? Просто ссылку и все. А вот это интересно. Но зачем? Давай-ка все разрушим, окей. Чё б нет? Раз можно. Там чё, рыбешка плавает? Ну пусть Дрейк поплавает. А я могу нырнуть? И уплыть отсюда. Он так классно плавает. А вот и мокрая попа Дрейка. Ух ты. И никак не поп... Ага, понятно. Облака красивые. Нашел там что-нибудь? Может быть. Будь другом, сядь за руль. Салли, врубай заднюю. Потише, потише. А я думала, по проводу, ну, раскачаться и по проводу, по лебедке раскачаться и прыгнуть, а он тут рушит все. Так, что у нас тут?
здесь царь. Ой, облака-то вообще, смотрите-ка. И еще плывут со скоростью света. Света. Отпусти. Мне больше не нужна твоя помощь. Ну и? Так, ерунда. В отеле покажу. Нихера ты. Не палишься. А я могу отсюда допрыгнуть до туда? Ой, пока смотрела. Так я первый буду. Отличная цитата. Ой. Ой, как она еще подпрыгнула-то после этого. Интересно, я сокровище-то получила или как? Начать столкновение заново, что? Вроде получила, окей. Вон эти кучи сейчас будем разрушать. Или это не куча? А это не куча. Это какие-то штуки. Так, тут подниматься или там подниматься? Вопрос на миллион просто. Ага, тут и некуда. Или есть куда? Так, сейчас пока посмотрим. А нельзя ее тоже? Нельзя. За счетчик тупой, зато приятно. Типа такой. О, у меня столько зрителей. Кайфно. Будет неловко, если я сейчас отсюда упаду. Видать, наемники что-то нашли. Не спеша. Ладно. Нет, живность бегает тут, бегает. Черт! А мелкая бегает, а крупную распугали. Вон там наверху что-то есть, можно добраться. Да. Нас засекли, Нейт! Ничего не знаю. Ну, кажется, оторвались.
так знают, что мы уже здесь. Правда. Ну что, пойдем по-тихому их? О, еще один динамит. Я его не вижу. А ты? То же самое. Никого. Я тут посмотрю. Хорошо. Эй, я их вижу! Стой. Ну и что ты приклеился в самый ненужный момент? Знаете, что я хочу сделать? Я хочу управление переделать. Ой. Потому что раньше было по-другому, и мне теперь как-то сложно. Во! Граната. L2 всегда была. Вот, нет, точнее, вот так. Стоп, стрельба на L1. А что второй энч забекаплен, в случае чего могу восстановить? В смысле, что это значит? Нет тех настроек, которые я бы хотела сделать. Ну ладно.
Нет! Зачем это? Прелесть. Что, в полете убивать? Да нет, на самом деле, я не шибко расстроюсь, если мои стримы пропадут. Я бы даже сказала, вообще не расстроюсь. Это же просто трёп какой-то бабы, которая не сидит на кухне и не варит борщи. А тут не надо ничего зарисовывать. Вроде нет. Привет, чувак с восхитительным ником, который я не смогу прочитать. Давай попробую. Fish floating in the cloud. А, не так страшно. Так, сокровища. Я две пропустила, да? Ну, пойдем искать еще два сокровища на этой карте. Такое ощущение, что туда можно залезть. Нет, вроде ничего интересного. О, это прикольная штука. Но сколько у нее? 6? Нет. Это мало. Сидят такие, типа, чё? Туда точно нельзя залезть? Блин, я смотрю совсем не туда, не туда, куда еду. А вон туда, по-моему, можно залезть. Блин, можно было отсюда выехать. Окей.
О, эй, Нейт, может, или я полегче? Оттуда приехала? А, ну да, я отсюда приехала. А что за там за тема на холме? Не, я думаю, сюда не тем. Слушай, ты видел? На вершине того холма вроде маяк. Да, нужно проверить. Не, не хочу туда. Слышь, эвакуатор не приедет. Я хочу еще поездить. Опа. Ты смотри, это люди сделали или природа? По-моему, 50 на 50. По-моему, там уже враги. Взорвать эту штуку самим. Если отыщем сокровище, возьмем маленький процентик за находку. Даже не думай. Не хватало, чтобы Надин меня убила из-за твоей дури. Там внизу определенно что-то есть. Никто не узнает. Она узнает, другие узнают, и нам хана. Да, но я... Но все, ух ты, птицы такие. Ладно. Так. Я была на Красной площади, но не в... на Игромире я была. Вот они! Вон они! Надоело ждать. Меня задушили. Как не палят? Чё за бред? Безмозглые солдаты. Ну давай попробуем. И все.
Да, где же здесь может быть блесняшка? Блесняшка? Блестяшка. Типа можно было по низу пройти. А там вообще какой-то город, типа нормальный. Внизу что-то есть? Иди, сходи, посмотри, я катаюсь. Трое взрослых мужиков. А бегаю только я. Разве это честно? Почему ты фонарь не включаешь? Где моя тачка, чувак? Ничего себе. Это чё? Может, полегче? Нет. Кочка! Кочка! Вот это было красиво. Я ищу всякие сокровища. Одно не могу найти. Сейчас врежемся! Вот теперь я точно не сплю. А вот и живность. Извините, кочка! Я это, правда, не уже слышала. Вот теперь я точно не сплю. Ой, сюда я вроде не ездила. По крайней мере, я не помню. Или есть он? А, понятно. Мадагаскарский дрифт. Это когда врезаешься во все подряд. Эй, Нейт! Может, полегче? Нет. Глаза. Точно не сейчас.
Ну ладно, не могу найти одно сокровище. Жаль. Слишком. Так, так, так. Угу. Сейчас чем придумаем. У этой кучи была семья. Звучало не очень аппетитно. Господи, как тут вообще можно водить в реальной жизни? Посмотрите-ка. Что это? Какой-то маяк. Так. Начало ху-ху-ху-ху. Худшую речь на похоронах. Тут твоя шуточка была. Отсюда, наверное, видно весь Кингс-Бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. А могу застрелить птицу? О, он хочет разговаривать. Ну, ты пойдем. Смотри. Вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. И все. Салли, как дела? Ну, живой пока. Спасибо за то, что ты с нами. И особенно за переговоры с парнем из проката. Без проблем. Не буду врать, мне и самому очень нравится. Мне тоже. Звучит так, как будто... У них скоро будет свидание. Туда нельзя залезть? Давай, тянись своими ручонками. Отлично. Ага. Итак, я где-то просрала одно сокровище. Бесит. О, точно, с маяка посмотрю. Смотрите, за холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Здесь была. О, животные, ребят, смотрите. Так, где еще не была, интересно? Ух ты, туман. Ой, или что это, облако? Ну ладно. Ой, не-не-не. Ну, хотя ладно. Да, давайте умрем, скатившись в зад. Вот это фейл просто. Ладно, пойду руками добью. Я на секунду. Я останусь с Сэмом. Или все нужно машины сбить, интересно.
Может быть, все нужно машины сбить тогда? Что вы делаете? Поехали отсюда. Ну, блин, интересно же было проверить, разбегутся животные или нет от выстрелов. Не разбежались. Грустно. Извините, небольшая турбулентность. Видно наемников? Я что-то никого не вижу. Ну, похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Эй, как тебе нравится мост, Нейт? Странно смотрится. Но такой мост нужен для того, чтобы что-то защитить. Например, сокровища? Возможно. Кажется, я тут буду сражаться. Вау, удивительно. Отлично. Ну, хоть кто-то делом занялся. Ну и что ты творишь? Блин, у меня же завтра с утра урок. Пипец, я забыла. Уф. Я посмотрю, что там наверху. А, прикольно, тут даже два способа добраться до этого. Ой, надо, наверное, развернуться. Там наемник, я видела, там был наемник. Вот. Или нет? Это наши. Черт, это наши. Да я понимаю, что классный ствол, но у него всего 6 патронов. Эй, парни! За мостом стоит огромная башня! Высоченная? Есть. Так, я наверху. Упс. Все-то тебе нужно сломать. Живой? Да. Справишься? Ну, до скорого. Я подгоню машину. А я поищу сокровища. Вижу рычаг. Ясно. И он, блин, на колесиках. Восхитительно. Сейчас точно, пока буду опускать, ну, приедут наемники. Я справлюсь. Ой, ну ладно. Ручка там одна. Так, держать, парень.
наемники! О, нет. Парни, где здесь? Эти клоуны меня достали. Прокатная тачка! Они! Разделиться! Найти их! Увидели? Стреляйте без предупреждения! Давайте! Наверху! Криво показал! Вали, гадов! Нет, 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 нет! Ой, нифига, их много. Ой, я думаю, это в следующий раз пойду. То я подустала. Давай, убивайте меня. Убивайте. Убивайте. Что меня убить не можете? Зачем вообще здесь функция сохранить игру? Если все равно автосохранение есть, когда заходишь в меню. Урок английского у меня завтра с утра. Так, ну что, спасибо, что смотрели. До завтра.